Можно включать шумы от алкоголизма на выздоровление, когда человек спит, можно. Подскажите, муж пытается открыть бизнес, у него не получается, за что бы ни взялся, как мне ему помочь? Вымаливайте, сегодня я говорил как. У него в команде 3 человека, все стараются, но почему-то постоянно что-то не старается, не срастается у него. Узнайте все о его бизнесе, положите бумажечку перед собой, напишите 10 идей того, как его бизнес может вырасти и как это все может. Очень часто человеку мешают фантазии. Самое страшное, что есть у человека, когда он делает бизнес, это фантазирование. Друзья мои, запомните, ни в коем случае, делая бизнес, не фантазируйте. Почему? Фантазии — это то, что и так произойдет. И оно там, вы понимаете, то, что вы фантазируете, оно берется из будущего и происходит в настоящем. И в будущем не произойдет. Именно этим вы ментально то, что должно было произойти, уничтожает. Именно поэтому люди перегорают, если человек нафантазировал, что будет, ему потом не хочется делать. Почему? Оно произошло у него в фантазиях. Поэтому очень тяжело дается. Решили делать, не фантазируя, написали план и начинаете делать. А все остальное произойдет без вас. И тогда эти фантазии, они реализуются. Ребенку 17 лет, жить не хочет, ест, не ест, компьютер все выключил, у нее начинается дистрофия, помогите, пожалуйста. Из-за того, что у ребенка начинается дистрофия, то это говорит о том, что ребенок страдает психическим заболеванием, психиатрическим заболеванием. Скорее всего, это какая-нибудь форма омраченности, это может быть там шизоидное расстройство, или депрессивное, или тревожное расстройство и так далее. Прямо советую обратиться к психиатру, не нужно никакими методами помогать дочери, пусть посмотрит психиатр. Правда вам говорю, это очень важно. Ежели вы все-таки не хотите, ну что ж вам сказать, в ваших руках было помочь ребенку, и хотите работать самостоятельно с дочерью, то я могу вам дать несколько таких очень мягких советов. Первое. Зашторьте окна, чтобы не было большого количества света. Второе. Сделайте так, чтобы с ней нужно было гулять. Поедьте и где-нибудь отдыхайте вместе. Сделайте так, чтобы она не находилась постоянно в замкнутом пространстве. Гуляйте с ней за ручку, гуляйте по улице, идите куда-нибудь в кинотеатр, ходите вместе за продуктами питания. Не сидите все время дома, потому что в тихом пруду вы, скорее всего, в тихом омуте вырастили что-то не то. Если у вас окна выходят на море, зашторьте окна. Море приводит человека к появлению вялой депрессии и тревожности. Коды или слова, которые могут помочь ребенку, это кыстеплову, припутав и трявсык. Кыстеплову, припутав, трявсык. Все это есть в школе у нас. Проходите ступени.